Так, друзья, всем доброе утро. У кого утро? У меня начало очередного дня, 4-го. Оделся сейчас потеплее. Ветер что-то холоднее. 2 градуса показывает. Сейчас поплыву. Ну, запланировал так. Сейчас что? Ну, поплывем. Хоть живцов нету. Сначала продольник проверяем. Потом у острова 4 жерлицы. Ну и потом на яму смотрим там. Порыбачим на яме, смотрим этих морды или верши, как у кого как. Ну и кругом погнали проверять. В планах пока так. Потом приплываем, варим обед, супешник, ну и так далее. Не знаю, там включаться. Ну, наверное, включусь где-нибудь. На продольниках включусь. На первом продольнике, друзья, включусь. Ну, там тоже буду включаться. Если там ничего нету, я не буду вставлять. Так, живцами на унизу. Ну, живца нету. Ладно, погнали дальше. Что в этой? Что-то я просто в шоке. Там, наверное, уже дыр полно, просто все уходят. Или за ночь ничего не попадает. Ладно, сейчас еще печенюшек бросим и пока. Опять будет не живцовые клювать, бля. Мне пока крупняка не надо. Не надо живцовых. Сырога тоже здоровая.
этого, ладно. Большеват, но еще можно. Видно, что когда-то на жерлице был. Вон. Блять, что-то крупное, блядь. Вон окушок какой здоровый. Окушара здоровый. В общем, друзья, ловлю. В общем, часик посидел. Тут что там вон таких неживцовых. А тут вон так вот. Ну там вон 5 штук нормальных, эти два так более так себе. Это за полчаса вообще порожняком сидел. Сейчас на всякий случай, пока рядом, так морды проверю. Может, что за час попало. Ну и погоним кругом. Чтобы не тащить-то ее со собой, блядь. Тормознуться. Пару живцов мне и то в помощь. Ну, мне кажется, нифига. Ладно. О, какая тут каша. Ну вот, друзья, кто так на берег вытаскивает? Раньше только норка вытаскивала. Когда я тут много было, было сразу понятно. Сейчас по ней пока ничего не понятно. Ладно, я еще раз насажу. Да. Косят? Косят, чтобы я их отпускал. В общем, друзья, есть размоточка. Видите, оранжевенькая идет на глубину и натянута. Поглядим. Блин, дождик закапал. Не хотелось бы. Конечно, ее надо купить. Там вообще зацеп какой-то, блядь. Вот оно что, натянуто, блядь.
Че я проволоку с собой не ношу, нахуй, а? Нитку-то я вижу, бля. Бля, наверное, где? Нихуя она там где-то аж в этом, бля. Вил какой-то зарылась, бля. Стоять, Жора. Блядь. О, друзья. Все, дома. Киложка. Я-то думал, блядь, вообще пустой приеду в избу. А не, не пустой. Ну, имеется в виду по щуке. Так. Теперь будем что-то делать, разматывать, блядь. Все равно я обратно насажу, размотаю, потом я думаю. Ладно, друзья, сматываюсь и дальше плывем. У нас еще есть жерлицы для проверки. Ну все, друзья, в избе. Два жеца даже осталось. Сколько мне? А 7 было, 5 штук за глаза хватило. Так, ну что, сейчас переодеваемся, пьем кофе сначала, чистим рыбу и варим обед. Супешник сварим, суп из пакетов, там, ну, лук с морковкой пережарю. За место мяса там полпалки колбасы порежу, пережарю и туда сделаю. Раз, два. Да, на 3 дня, чтоб мне хватило. Чтоб потом больше не варить. Погода холодная, не испортится, нормально будет. Как-то вот так. Дальше не знаю, что. Хотелось бы походить идти по лесу. Но если проплаваешь уже... Я, может, сегодня вечером еще проплыву, посмотрю. А завтра вообще плавать не буду. Завтра с утра проснусь. Ну, по планам сделаю так, а как может измениться в любую секунду. Пойду до часов там, не знаю, до обеда, чуть позже поброжу с утречка. И вечером приду, тут отдыхать буду. Может, завтра баньку истоплю. Помыться бы надо. Вот такие планы, короче, строят. А как что будет, поглядим. Ну все, пошел переодеваться. Сообщить, что сегодня мы проводим акцию. Первый
первые 100 дозвонившихся на горячую линию получат абонемент на полугодовое обслуживание нашей компании совершенно бесплатно. Не упустите свой шанс. Звоните 8-800-707-0465. Звоните прямо сейчас. 8-800-707-0465. И получите абонемент на полугодовое обслуживание в подарок. Наталья Евгеньевна, с какими вопросами чаще всего обращаются в Московскую коллегию юристов «Союз»? Знаете, очень много вопросов по проблемным вкладам, а также по начислению пенсии и различным социальным выплатам и льготам. И большое количество вопросов, связанных с земельными спорами, с семейными отношениями и конфликтами, с сделками с недвижимостью. Уважаемые радиослушатели, если вы столкнулись со схожими проблемами, незамедлительно звоните по номеру бесплатной горячей линии 8-800-707-0465. Вас проконсультируют лучшие юристы нашей компании совершенно бесплатно. Звоните. Thank you.
Относительно влажность воздуха 89%. Днем в Архангельске по области небольшой дождь, ветер южных направлений умеренный, местами до сильного. Температура воздуха плюс 5, плюс 10 градусов. Атмосферное давление сегодня будет падать, тип погоды второй благоприятный. Кировская водная фабрика предлагает полный ремонт обуви от смены подошвы до полного обновления низа обуви. Прием обуви на реставрацию 15 и 16 октября в Архангельском дворце спорта. Как выйти на экспорт? Найти новых покупателей и масштабировать бизнес. Узнать все о торговле за границей и увидеть вживую последние российские разработки можно на международном экспортном форуме «Сделано в России». Это главное событие года для всех российских производителей. Форум пройдет с 20 по 22 октября в Москве в Центральном манеже. Чтобы принять участие, регистрируйтесь на сайте forum.exportcenter.ru. Реклама. За безопасность на дорогах по морю. Комментарии экспертов. Статистика происшествий. Советы автомобилистам и пешеходам. Микрофон Алексей Серов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Программа «За безопасность на дорогах Поморья» выходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Тема нашей сегодняшней встречи – ответственность водителей за совершение грубых нарушений правил дорожного движения, влияние ужесточения наказания на нарушителей правил дорожного движения. Да. Вот, что же нарушение правил дорожного движения это именно те нарушения, за которые предусмотрена административная ответственность в виде административного ареста либо лишения права управления транспортными средствами. Могу добавить, что это... Это управление транспортным средством, состояние опьянения, отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, выезд... Мы же были неделю назад. Я ее тут оставлял. Сейчас. Ну, холодно же было, что в любом случае она не испортилась. Просто. Я там еще полпалки ездил. Куда нафиг мне столько? Куда мне столько? Домой везти это уже не то. В деревню я куда езжу все время заезжать не буду. Я же пешком с другой стороны. Так что так бы я мог бы и там отдать. Сейчас сначала ее пережарю, туда закину, то лучок с морковкой. Нормалек будет. Шея у меня что-то или надуло, или что. Мелоксикамом укололся. Нарушение правил дорожного движения, влияние ужесточения наказания на нарушителей правил дорожного движения. У нас в гостях старший инспектор отдела дорожно-патрульной службы исполнения административного законодательства управления ГИБДД УВД России по Архангельской области Оксана Соболина. Это ведущий отделением наркологической помощи взрослым Архангельской клинической психиатрической больницы Антон Минин. Ну, естественно, мы говорим вот сейчас, в частности, о таком грубом нарушении
правил дорожного движения, как управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Антон Викторович, а всегда вот такое тщательное... Уже вкусно запахло. Убавим чуть. В общем, друзья, пообедал. Уже оделся, собрался. Короче, поплыл опять. Короче, с одного конца озера оттуда. Желец все снимаю и переставлю туда, куда вообще изначально планировал ставить. Но туда была большая волна. Я не знаю, сейчас ветер меньше. Может, больше не будет. Там лучше жерлицы работали в прошлый раз. Может, там сейчас не будет, ну, не знаю. Ну, короче, что, захотелось мне переставить. Поплыл, короче, я переставлю. Все равно еще два полных дня.
может что-то постоит. Ладно, погнал. Там, друзья, вон опять это жерлица. Вон там норка бегает. Вон травка шевелится. Вон она смотрит на меня. Вон, видите ее? Вон она. В принципе, какая-то маленькая. И главное, не боится она. Знаю, видно было на камеру, не видно. Вон она опять стала, смотрит на меня. Что-то малюсенькая какая-то, норка там. До этого попадались мне это, побольше. Он ко мне идет. Нет, это не норка. Нырёныш какой-то. Кину рыбку, все равно соруга сейчас сдохла. Она и тут все сожрет. Это тоже сейчас сниму. Зазря тут. Ух, она бегает. О, увидела рыбку-то, нет. Зато и пошла, которую первую сжарится. Она взять только что вытащила. Ладно, интересно кино тут про тебя снимать. Мне некогда. Ты маленькая, я тебя, ладно, подкормлю. Одну кинул. Потом тебя мочу. Потом я вас мочить буду. Потом я вас мочить буду. Потом... На жерлице с вами не половишь. Но. Все поснимаете. Сорогу все, другое ведро переложить. Здоровая у меня стояла сорога на жерлицах. Я тут частично снялся. Ну, еще где-нибудь одну сниму. У меня будет сколько-то штук. И поеду туда к ручью выставляться. Проверим, что у нас в мордах. Может, живчики есть, может, посвежее. Ну,
Может, живчик есть посвежее, бля. Уходят нахер отсюда, блядь. Посвежее есть, блядь. Две штучки, блядь. Но они здоровы. Одна-то точно здоровая, блядь. Вот это... Нифига. Вот рыба-то куда все уходит, блядь. Ха-ха, бля. Она у меня уже вся дрявая, бля. Я все смотрю, где у меня рыба уходит, бля. Вон тут нифига сорога провалилась, ну. Сейчас лески сделаем. Ладно, я зашиваю и снова бросаю пару печенюшек. Галет кинул. Давай вторую. Потом надо ловить. Что у меня там? 5 жемцов есть. А мне на штук 17, чтобы было так. Меньше, но в нее всегда больше попадало, бля. А сейчас никуда не попадает. Сейчас никуда не попадает, бля. Ну, хоть что-то есть, но нифига там печенюшки. Не, так не буду высыпать, ладно. Я так достану тогда. Хоть 5, и то результат. Ну, здесь походу не уходят. Ток бы еще надо. Ладно, пошли посидим. Вон у нас колышек. Пойдем у колышка посидим. О, закатик такой красивый. Что, уже радио включил? В общем, друзья, в избе. Как обычно, оповещаю. Че, половину железа переставил с одного края в другой. Вокруг озера, можно сказать, оплывает. Ладно, главное процесс ведь, да? Процесс. Ищем, где будет брать. Хотел завтра куда-нибудь сходить, даже не знаю, пойду, не пойду.
Ладно. Ну, что там, мелочевки немножко, штук, наверное, 15 есть. Пока там сидел, половил. Ну как мелочевки, дура, больше на жуца-то не идут. Такие ничегошные. Поклевали. И почистим, да потом что. Отдыхаем до ужина. На ужин что? Ну на ужин что, рыбы не хочу жареной, что-то. Я бы ну кусочек съел, а целую рыбину что, куда? Ладно, домой отвезем. Может закоптим, да. Гречки сделаю с тушенкой. Гречки пакетик сварю и полбанки тушенки разогрею туда. Хоп, нормально будет. А, салатика еще нарежу. У меня есть там еще гуэста, помидоры. Режем. Нормально. Все, друзья, начинаю ужинать. Вот так прошел у меня уже четвертый день. Все, плаваю. Шикардос. Сейчас, как обычно, поем. Лягу, посмотрю книжку. На улице дождина. Время без 15:07. Темнота. На завтра ничего говорить не буду. Как говорится, утро вечера мудренее, да? Надо сначала салатику поесть, да? Так, холодные блюда вперед. У нас еще что получается? 2 полных дня. Мы еще туда. На третий день будем выезжать. Получится на 7-й. Ладно, буду выключаться. Поснимай сегодня, что так поснимай, нет, до завтра.